Спойлд, $20. Пытался что-то вспомнить забавное из школы и нихуя не вспомнил. Периодически снится, что надо мне 30-летнему лбу прийти в школу на какой-то экзамен. В рот в школу матраса. Чувак, как же жизненно. Да. И у меня до сих пор нахуй кошмарные сны про какие-то экзамены в школе. Которые то я там опоздал, и меня засчитали, что я не пришел. Еще какая-то такая... Когда отпустит уже эта срань, серьезно?